наконец-то согреются. Новая котельная начала подавать тепло в Змеиногорске. Совершала преступления в магазинах, автобусах и на почте. В Барнауле задержали юную карманницу. От чтения курсов до статуса вуза. Сегодня юбилей у Алтайского педагогического университета. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Барнаул стал центром мирового притяжения педагогов. Сегодня в столице края стартовал двухдневный международный форум «Учитель года. Формула успеха». Мероприятие преследует несколько целей: повышение профессионализма молодых педагогов, закрепление их в профессии, раскрытие их дополнительных возможностей. Эти и другие вопросы начинающие специалисты вместе с российскими и зарубежными экспертами обсудят во время работы 12 интерактивных площадок. Подробнее о форуме в вечернем выпуске. Всероссийский семинар онкологов начался сегодня в Барнауле. Больше 100 специалистов со всех уголков страны, от Калининграда до Владивостока, съехались в краевую столицу, чтобы обсудить лечение наиболее сложных видов злокачественных опухолей. Такие новообразования медики еще называют агрессивными за стремительное развитие и за то, что терапии поддаются с большим трудом. Одна из ключевых тем семинара посвящена ранней диагностике сложных видов опухолей, среди которых меланома и саркома. При позднем выявлении такого рака пациент рискует сгореть всего за несколько месяцев. Продлить жизнь и улучшить ее качество помогает дорогостоящая таргетная терапия. Еще некоторое время назад получить на нее квоту было крайне сложно. Теперь же, заверяют представители Минздрава края, она стала в разы доступнее. Таргетная терапия, она сейчас абсолютно доступна. Сейчас нельзя говорить о том, что препараты недоступны. Да? Вы знаете, зачастую мы даже иногда покупаем препараты не зарегистрированные, то есть определенные федеральным центром, да, каким-то лечебным, не зарегистрированы. То есть мы проходим всю процедуру разрешения через Министерство здравоохранения Российской Федерации. То есть для нас уже нет каких-то таких недостижимых целей. Подробнее о современных методиках лечения рака и их доступности в вечернем выпуске. К другим темам. В дома Змеиногорска стали подавать тепло. Накануне там начала работать новая модульная котельная. На нее переключают самый большой микрорайон города. Ранее он отапливался котельной номер 4, где недавно произошел порыв в теплосети. Пока проблемными остаются дома на улицах Крупской и Волкова. В подвалах этих зданий неправильно проложили разводку теплосетей. Для быстрого устранения проблемы, сообщают в Змеиногорском вестнике, на помощь сварщикам города прибыли несколько бригад из других населенных пунктов края. Параллельно сварщики будут ремонтировать котельную номер 3. Всего на эти нужды из краевого бюджета выделили более 200 миллионов рублей. Это треть всех средств, которые затратили в этом году на модернизацию объектов теплоснабжения региона. Барнаульские сотрудники полиции раскрыли серию карманных краж. В период с сентября по октябрь в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от пострадавших, в которых люди сообщали о пропаже кошельков, сумок и денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемую. Ее оказалась 25-летняя уроженка Иркутской области. Из признательных показаний следует, что кражи она совершала в людных местах, чаще всего в магазинах, автобусах и почтовых отделениях. До этого девушка долго выслеживала потерпевших, внимательно наблюдала за тем, как они снимают денежные средства, рассчитываются за покупки. В подходящий момент юная преступница незаметно для окружающих похищала ручную кладь. Всего от рук злоумышленницы пострадали 5 человек. Карманницу ждет наказание по статье 158 Уголовного кодекса. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 пункту Г Уголовного кодекса Российской Федерации. Также данная гражданка подозревается за аналогичные преступления в других регионах Российской Федерации. Сегодня в крае стартовал этап Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова. Уже начались предварительные бои. В них принимают участие действующие военнослужащие из 12 регионов страны. Десантники, ракетчики, танкисты, пехотинцы, разведчики и представители спецназа. Всего 120 человек. Добавим, в нашем регионе турнир проводят с 2014 года по инициативе общественной военно-патриотической организации. В 2015 соревнования признали лучшим турниром по армейскому рукопашному бою вооруженных сил России. Завтра в спортивном комплексе «Победа» начнутся финальные бои. Вход свободный.
Алтайский педагогический университет отмечает сегодня юбилей. Старейшему вузу края исполняется 85 лет. Его история началась в 1933 году, когда в Барнауле организовали педагогические курсы для учителей русского языка, литературы, физики и истории. После вуз получил статус института, а к середине 90-х годов стал университетом. На сегодняшний день педагогический университет своей альма-матер считают 70 тысяч педагогов. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею университета, пройдет сегодня в 17 часов. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форте Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, местами снег, около 1 градуса мороза в Белокурихе и Змеиногорске, минус 2 в Камне-на-Оби, Славгороде до 4, ниже 0 в Заринске, в Барнауле до минус 2 без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.